Друзья, добрый день. Вот я снова в гостях у Прайда Симбы. Ну и, конечно же, здесь все прекрасно. Вы видели Легу. А вот еще я вам покажу Тею с малышкой. Вон малышка потихоньку кушает молочко. Как видите, она растет, растет и растет. Красивая картина, бесподобная. Спокойствие, умиление, ну и восторг одновременно вызывает у меня происходящее. Прекрасный октябрьский вечер, последние дни октября, на улице все так же тепло, за что я Ялту и люблю, здесь всегда прекрасная погода, очень редко бывает холодно, поэтому, в принципе, в Ялте всегда комфортно, лишь только ветер иногда раздражает, потому что он бывает настолько синий, настолько сильный, прошу прощения, что может даже практически с ног сбить. Холодный, пронизывающий, такой неприятный ветер, я его не очень люблю. Я обожаю любую погоду, главное, чтобы не было ветра, вот как сегодня. И пасмурно, и уже не так жарко, но все еще по-осеннему тепло, на улице 22 градуса, я хожу в футболке, наслаждаюсь прогулками по зоопарку и наблюдаю за нашими любимыми питомцами. Вон, видите, еще кушает наша маленькая принцесска. Теюшка. Сейчас я их вам немного сверху покажу. А вон и Симба, кстати, лежит. Видите нашего огромного Симбулечку? Симбуля! Симба не спит. А тут никто не спит. Вон, смотрите. Малышка только уснула. Наелась, напилась. И отдыхает. Ну такая уже большая-большая. Красавица. Теюшка. Тея. Это бесподобно. Невероятно. Сказочно. О, смотрите, как красиво в кадре смотрится Симба. Прекрасный. Огромный лев. Тоже решил отдохнуть. В последнее время мне только и случается. Ой. Тея. Тея. Вон, смотрите. Малышку нашу-то, малышечку, разбудила. Да. Маленькая спала, 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 спала. Нет, взяла ее, растолкала. Так что, друзья, все у нашего львиного прайда прекрасно. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока!